Всем привет! Вы на канале Handmade, и сегодня мы будем делать открытку для мамы с элементами оригами платья. Возьмем квадратный лист бумаги. У меня он в горошек. Вы можете выбрать в цветочек или в любой рисунок, который вам понравится. Возьмем его и сложим пополам. Развернем. Теперь возьмем боковую сторону и сложим ее к центру. Также и другую сторону мы сложим к центру. Развернем. Теперь боковой загиб, который у нас здесь образовался, сложим к центральному загибу. Точно так же поступим и с этим загибом. У нас получился квадрат с 5 загибами. 1 в центре и 2 сбоку. Положим наш лист лицевой стороной кверху. И согнем этот загиб к центру и этот сюда. Возьмем нашу фигуру и перевернем другой стороной. Возьмем нижний край нашей фигуры и отведем его вверх, оставляя примерно сантиметр. Возьмем линейку и тоже оставляя где-то сантиметр, отогнем назад. Перевернем нашу фигуру. Возьмем правую часть бумаги и отведем ее в сторону, придерживая указательным пальцем левой руки нашу фигуру. И отводим максимально в сторону. Точно так же поступим и с этой стороной. Поработаем с зоной декольте. Возьмем уголок верхний и сложим его под углом 90 градусов. Также этот сложим вперед под прямым углом. Перевернем нашу фигуру. Теперь такой сложный момент. Вернем наши уголки обратно. Возьмем вот этот листик и отогнем его назад, расплющивая вот эти уголки. У нас получается равнобедренный треугольник. И также и здесь расплющим вот эти уголки. Отлично. Теперь возьмем правую сторону и завернем ее сюда до упора, формируя юбку. Также поступим и с этой стороны. Теперь возьмем верхний уголок бумаги и отогнем его максимально в сторону. Точно так же, симметрично, отогнем и этот уголок. Перевернем нашу фигурку. Такое платьице у нас получилось. Теперь украсим его. Возьмем бантик и приклеим его клеем. Наше оригами платье готово. Теперь осталось приклеить его на основу для открытки. Возьмем основу. Если вы не знаете, как сделать такую основу, вы можете посмотреть у меня в видео. Ссылка в описании. Возьмем основу. Померим платьице. Возьмем также клей. Смажем клеем платье сзади. И аккуратно приклеим. Наша открытка готова. Теперь можно смело дарить ее своей маме, сестре или лучшей подруге. Я думаю, что они очень обрадуются, получив такой подарок. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на мой канал и делись этим видео, чтобы и твои подруги могли сделать приятное своим мамам. Пока!